Всем привет, с вами снова Лакмус. И Ламберт, привет. И мы продолжаем прохождение аддона Тени Андрентайда. В предыдущем эпизоде мы раздобыли, в предыдущих эпизодах мы раздобыли все ветра, которые нужно было, и по квестовому заданию нужно поместить их вот в этот вот ковчег. Так вот, ветра. Должен открыться нам проход. Что-то происходит. Вот. А, он с этой стороны, да? Да. Прямо тут же. Красиво. Открылся проход. Сохранимся. Так, ну что, бафы? Или что? Да. Да. Давай. Да. Вот сейчас смотри, сколько тебе добавится выносливости. Мало. Ну, единичка, наверное, и добавилась, понятное дело. Раньше было больше. Хотя нет, 1d4 телосложение. Раньше было больше. Видимо, кость не пробросилась. Ну да. Не повезло мне. Да. Хотя тут можно отдохнуть, перекинуть. Но... Нет, мы этим заниматься не будем. Да. Это бессмысленно. Мы и так всех порвем. Кстати, а тебе же говорили по поводу повышения жизни. Ты помнишь это? Что говорили? Повышение уровня. Когда ты повышаешь уровень, у тебя есть возможность получить определенное количество хитов. И количество хитов у тебя зависит от твоего персонажа. У тебя максимум до 10. Но тебе не всегда выпадает десятка. Ты зашел? Да. А как это сделать? А есть смысл просто вот когда ты получаешь уровень, да, там все уже распределил, и там получается типа, вот вы вот это получили. И можно отменить, и, собственно, по второму разу. Ну, да, я так догадывался, что это можно делать, но не знаю, стоит ли. Так, чем мы, где мы оказались? Что это за хрень? Ну... Вражинник их я не вижу. А я вижу служанка Медузы. А, служанка, вот есть одна. А, вот есть еще одна, еще. О, тут их много. Слушай, я подозреваю, что надо дернуть. Шариком бы туда бы. Я уже дернул за вот этот вот правый, вот этот. Ага. Телепорт. Понятно. Сохраняемся. О, с двух сторон набегают. Давай, нет, разделяться не будем. Нет, они... Хотя да, с той стороны тоже бегут. Так. Чё это они колдуют такое? А, скорее всего, раз медузы пытаются в камень превратить. Угу. Две губки мы вынесли. Зелье исцеления серьезных ран тут. Нужно тебе? Круто. Нужно. А, слушай, я же тебе зелье не отдал. Ну так отдай. Я тебе сейчас, кстати, сюда сразу и сложу. Куда? А вот мешочек. Ты прям смотришь на него. Хороший мешочек. Да вообще. Самое главное, он стал лучше, чем он был. Да. Не каждый мешочек может. Ой, не каждый, не каждый. Так, я вижу сундук в подозрительном месте. Давай сохранимся. Слушай, а тут ловушек нет? Я просто сейчас как бы... Есть, вот я вижу уже одну. Надо... А у тебя перезарядился. Нифига себе. Тут все в них. И на сундуке, кстати, была. Подлянка, да? Угу. Так. Что там, что там? Крутая броня. Сейчас посмотрим. Мало значит, да? Предмет. Да. Да, у меня такой же перевод. Лира Кли. Взрыв звука раз в день. Снятие проклятия раз в день. Но только бард, к сожалению. Это на продажу. На продажу. А бронька у нас кольчуга скорости. Ну вот, видишь, как все замечательно. На 12-й левел. Да, ну, так она беспонтовая. 5 плюс 2. Семерка да? у нее. У меня ну, круче. Не знаю. Она то, что скорость дает, это, конечно, круто, но у меня-то, видишь, что? А у тебя что? Харизма, убеждение. Ну, у тебя бонус сейчас... ячейки заклинания. Ну, тебе сейчас 8. Же убеждать особо некого. Так и 8 класс защиты. А, ну, тут с ускорением тебе класс защиты будет выше. Понимаешь, в чем дело? Тебе надо еще 4. Надо будет сравнить.
Это получается 7 у нее базовая, да плюс 4 от ускорения. Вот и считай, сколько Ну, у нее может будет быть, да. защиты. Но Может я быть, тебе не все равно стоит. ее, наверное, отдам, потому что, так сказать, вес Так, все-таки. смотри, смотри, вон там еще сейчас отель спавнится. Давай-ка пойдем. Давай-ка я Вот, уже туда, хотя появился. ладно, давай ты, потому что мне уже массовым особо нечем кидать. Да тут они, в общем-то, только в толпе могут что-то представлять. Эпичная битва, скриншотик, срочно. Так. Так, я так понимаю, что с каждой стороны будет по сундуку, и это Там вселяет надежду. осталось два, да? Почему два? Мы один только проверили. А, да. Так, тогда мне не хватит зарядов. Ну, придется один протанковать как-то. Какой-то труп здесь валяется. Они... Ну, это, видимо, пытались пройти, да. Как ты говоришь протанковать? Нифига себе. По ловушкам, что ли? Ну, как-то так, да. Я не знаю, правда, как. Ха. Ну, я пантеры Не, мы могу, милости конечно. просим. Я с радостью уступлю тебе эту честь. Да. Так, тут, конечно, подчинение, какая-то броня опять. Подчинение. Берем, учим. Сюрикены обычные, ядро обычное. Кумакава. Улучшенное уклонение, суммарно плюс 6. Слушай, возьми пока что их это к себе. Я вот оставил их там. Заодно и сравнишь эту броньку с ускорением кольчуга скорости, которая... Ну так сравню, когда достигну. А у тебя 12 еще... А, точно. Да-да-да. Так, идем дальше. Давай-ка сначала вот так вот пробежим. Слушай, так это уже получается мы к концу идем, а мы так это самое 14 уровень, наверное, не возьмем до наших-то шмоток крутых. Не возьмем. Печально. Не, ну давай обрадуем зрителей, поклонников. Да, придется в дополнительное путешествие отправляться. Мало того, все-таки есть планы проходить и второй дом. Ну это да, это само собой. То там народ беспокоился за то, что... Когда это будет, вопрос другой. Да, может быть это будет не сразу. Это мы сколько проходим? Ну, не знаю, не помню. Довольно давно мы начали. Звук какой приятный. Да. Говорящий о безопасности. Да. Так, ну-ка. Все ждут мешочка. Броня и какие-то болты крутые. Броня, защита оруженосца. 2 до 2. Ну, короче говоря, 4 суммарно. Бонус улучшения силы плюс 3. Ну... Ну, на продажу, короче. Такая, да, сомнительная. Так, и болты, болт плюс 2. Ну, это я себе возьму, постреляю. Правда, у меня там уже столько их накопилось. Чё ты не стреляешь? А вот что-то как-то. Так, ну-ка давай попробуем отдохнуть. Слушай. О, смотри-ка. Я же сейчас что-то... только вспомнил. У меня-то посох в заначке валяется. Посох мощи. К концу игры он вспомнил. Да. Он просто ни на что не нужен, но зато в нем 16 огненных шаров. Вот. А так он бесполезен, но 16 огненных шаров. Отдыхай. Эх, мантия Векны, когда-нибудь я тебя надену. Четырнадцатый левел этот прям такой. Так, остался один, да, у нас? Такой желанный. Сундучок, да. Сундучок. Вражины, вражины. А вообще я не вижу прохода. А, да, кстати. А вон там двери в центре. Есть. Нет, ну мы через них прошли. Нет. Мы как раз или через них. Ну ладно. Слушай, они были синие, а сейчас они какие-то не светятся. Разберемся, я думаю. Да, что-то они светились, что-то изменилось, мы все-таки не зря это
Так. А где вражины? Только останки какие-то. Ну, значит, мы уже с ними разобрались. Останки. Да, и ящик вот этот мы уже... Ну, вот этот мы, по-моему, не смотрели. Да, но вот этих вражин мы уже били, значит. Ловушку я вижу уже. Тихо. Ой-ой-ой. А, ты ж отдохнул, да. Конечно. Теперь вообще все хорошо. А мне нравится эта локация. Просторненько так. И светленько. Простенько и со вкусом. Да. И эти шмотки какие он падают. Что там? Сейчас посмотрим. Броня красного дракона. Звучит такая. Уровень 15. Зато. Как тебе звучит? 8 плюс 5. Сокращение веса. В общем, бери. Бери. На вырост все. Будешь слюной его обмазывать. Да. А зато потом как наденешь этот кольчугу скорости, а на нее броню дракона сверху. Так, а чё мы куда движемся? В двери? Да, наверное. А тут особо больше вариантов-то у нас и нет. Ничего такого нет, с чем можно повзаимодействовать. Сохранимся. Да, они и закрыты теперь. Второй этаж. Зашел? Угу. Ой. О, вспомнил я это место. Отсюда лучше. Ой. Сейчас куда-нибудь бежать. Куда бежать? А вот направо прям, сюда. Ой-ой-ой. Ни хрена. Жарит пятки, да? Что это такое? А вон написано, что щупальцевый демон. А, вот, да. Ну, на самом деле это анимация заклинания Рок, но это щупальцевый демон. Жесть. Здесь что у нас? Пока вроде... Окровавленный алтарь, ну-ка. Я пока кости проверю. Пустой. О! Алтарь пустой. Чё там? Ржавая палица. Круто. Да вообще. Ну там золото было немножко. Так, огоньки. Валим. Валим огоньков. Да много чё-то их тут. Мне собаки в невидимость сразу уходят. Угу. Черти. Таргет сбивается. О, ну-ка, что они там? Средние. Куча иммунитетов. Ко всей магии, походу. Боюсь что-то такое кидать. Ну что? А у них да. Иммунитет. Да-да-да. Значит, да. Только физическим. Значит, нужен медведь, во-первых. Да. Нужна пантера. Да. Надо бы еще... О, у меня же, блин, здоровье-то не железное. И нужен арбалет. Слушай, что-то они меня вообще зажали. Да? Угу. Ну, сейчас. Не, ну эти-то ребята вообще нормально справляются. Я даже по ним иногда попадаю с арбалета. Что, наверное, вообще верх мастерства по такой фигне попасть. Да. Так, ну что, дальше идем, да? Вот эти огоньки все время в играх портят, так сказать, настроение. Что помню, в Ноксе тоже были противные существа. Кстати, примерно так же действовали. Вот, что здесь? Кстати, сегодня по скидке купил в Стиме, помнишь, ты говорил, Shadowrun? А, да-да-да. Что-то так вспомнил твои слова, и как раз скидка там 75% вообще за... А у меня тоже был куплен по предыдущей скидке, примерно такой. Но там, видишь, что фишка? Они по скидке продают только саму игру без дополнения. Дополнение там идет, к сожалению. Ну, то есть вторая компания, как бы, идет по полной цене, к сожалению. Я вот хочу посмотреть на нее. Я раньше не играл. Ну, игра классная, стоит того. Там я смотрю, это сетевой режим, да, как положено. Там сетевой режим есть? Нет. Я просто не знаю. Есть отдельная Shadowrun Online. Она планируется как именно сетевая. Не, такая. Не онлайн. А в самой игре нет сетевого режима? А, по-моему, нет. Опять алтарь. Опа, здесь. Кусок мяса. Паутина и какая-то броня опять. Броню. А, ну броня ржавая даже. Ну, паутину возьму, конечно.
К слову, да, мы там сумочку видели в продаже у того вот ящера нашего любимого, с возможностью вызова различных существ. И там вот, по-моему, было мясо в ингредиентах. Но уж очень больно она дорогая. Вот. 30 с чем-то тысяч там, Да-да-да. по-моему. И это учитывая то, что я вроде как со скидкой определенной торгую. Ой, жесть какая. Привидение. Пантерку еще и напугало. Напугало. Слабенькая пантерка у тебя. Да вообще. Очканула даже, я бы так сказал. Блин, нифига себе. Это сраные огоньки, такой дамаг. А их много, они просто, получается, скидываются и в итоге вот такое получается. Так, пантерка, ты, остается мне, больше мешаешь, чем помогаешь. Поэтому... Блин, у меня уже личинки идут в расход. Вот казалось бы, да? Какие-то огоньки жалкие, но а столько проблем. Что я, собственно, вообще пытаюсь делать в ближнем бою, стреляя из арбалета? Так, а что-то здесь какие-то рычаги, смотри, что-то загадка, блять. Да? Тупик. Не знаю, я нажму, Дверь. скорее всего, и все. Подожди, подожди, давай дверь откроем. Какую дверь? Вот эту Эту дверь? дверь, да. Эта дверь не открывается. А-а-а. Управляется неким скрытым механизмом она. Даже так. Ну давай, дергай, а я постою. Посижу даже, я бы так сказал. Тут можно отдыхать. Опа. Вот это весьма хорошо. Кстати, получен опыт 100. Видимо, за рычаг. Ну не за отдых. А жаль, кстати. Это было бы здорово, я считаю. Еще бы деньги платили за это. Да, смог отдохнуть, молодец. Вот тебе денежка, вот тебе опыт. Я сегодня прямо папарацци какой-то. Такие снимал локации. Уже. А, это душевно. Как настоящий репортер. Сними демона в центре. Ой, боюсь, боюсь. Ну все, бежим. Да. Так, а что мы куда бежим-то? Назад, получается? Получается, да, тут мы не пройдем. Это нам надо, я так понимаю, через центр опять бежать, другие рычаги эти искать. Ой-ой-ой. Неприятно, согласен. Ой-ой-ой. Ну, ладно, сниму картинку. Так, надо приготовиться. Приготовиться. Давай, я могу его даже согреть ради такого. Нет, так. Да, он сейчас опять вылезет, не волнуйся. Ему не жалко. Ну-ка. Что? Да, исцеление что-то не очень. Странно. Ну-ка это. Наступи вперед, чтобы он вылез. Есть. Есть картинка, можно идти дальше. Все головы заснял. Ну, не все, может быть, но нормально. Пойдет. Что-то так, я так чтобы прям... не сдохнуть. Вот-вот, я что-то тоже так больно прям как-то пробежался. Так, а что-то они сами как-то шевелятся, двери. Так, там я вижу опять алтарь очередной, конек. Кстати. Может, они нужны для чего-то? Да. Ничего на нем не написано. Между огромными каменными пальцами находится свернутая кровь. Свернувшаяся кровь. Клочья плоти усеивают пол. Мне кажется, уже кто-то им воспользовался просто-напросто. Можно, конечно, его разрушить. Может, это что-то додаст. Не, может, как-то можно в центре этого. Слушай, а может, да. Да, ну-ка, демона попробуй. Ну-ка.
Может, мясо надо было то положить. Хрен Не там. бьется, да? Ну, понятно. Так, ну пойдем тогда искать рычаги. Так, пустовато как-то. Ну сейчас, подожди. А, они сами открываются, их нельзя сами, открыть. сами, Надо конечно. ждать, блин. Фига себе. Они, может, еще, кстати, и не разрушаются, в отличие от тех стенок. Так, уже вижу огонек. Давай-ка это, шмальни туда чем-нибудь. А, от... они же. А, да. А, иммунитет. Я бы с радостью шмальнул. Вот когда хочется и когда вроде как уже и можно шмальнуть, и все равно. Не любят тут магов, я понял. Я могу шмальнуть медведям туда. Да, это тоже будет неплохо. Вот медведь сразу видно храбрый. Ему ничего не страшно. А что ему будет? Ну да. Тем более он свирепый. Он еще нас обоих может шатать, мне кажется, если его бахнет. Ну, у меня, кстати, было пару раз, я по пантере по своей попадал, что вообще было странно, и она на меня заагрелась. Ну, это, скорее всего, было не потому, что ты попала, а просто там, может, под действием какого-нибудь дебафа она была. Да, может, вполне возможно, кстати. Подчинение какое-нибудь, такая фигня всякая. Ага, прям сразу. Мишку закрыли. Что ж такое? Готово. Ну, дергай теперь ты. 100 опыта. Отлично, отдыхаем. Я думаю, что здесь можно пока прерваться. Да. Мы уже полчаса пишем. Я думаю, что тем это более надолго. Дело идет уже вроде как к концу. Еще два таких же рычага, по идее, да? И да. Какой-то проход должен открыться. Ну тогда да. Тогда можно. Я предлагаю прерваться. Здесь, да, остановиться и продолжить в следующем эпизоде. На сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Пока.